В Бендерах на избирательных участках организуют мини-ярмарки. Желающие смогут приобрести мед и другие продукты пчеловодства, овощи и фрукты. Свою продукцию представят местные производители. Проголосовать и тут же купить вкусные и полезные продукты. Совместить приятное с полезным решили в Бендерах. Мини-торговлю развернут на всех избирательных участках. У нас самый крупный такой участок – это центр города. Естественно, мы туда подтянули самых крупных товаропроизводителей, такие как, например, Каменский консервный завод. Все жители города знают ее продукцию. Мы постарались, чтобы они представили ее в полном объеме. Но также мы еще позвали и производителей, которые только начинают свою трудовую деятельность. Например, как мини-ферма по производству перепелок и яиц. Мясные вкусности привезет автолавка Бендерского мясокомбината. Не забыли и о других участках. На каждом своя вкусная изюминка. На Ленинском развернут торговлю натуральным подсолнечным маслом от индивидуального предпринимателя. Возле ДК «Шелковик» можно отведать домашние закатки от «Агроинвестгрупп». Мед, овощи, фрукты, выпечка и сладости будут на каждом участке. Для маленьких избирателей тоже приготовили сюрпризы и сладости. Для удобства жителей, также, которые придут с маленькими детьми, мы предусмотрели этот вопрос, позвали туда и игрушки, попкорн и сладкую вату. Будет представлена выпечка в большом ассортименте. Предвыборные ярмарки будут ждать своих гостей уже с самого утра. Напомним, бендерские избиратели смогут проголосовать во Дворце культуры имени Павла Ткаченко, ДК «Шелковик» в 11 и 18 школах и Бендерском политехническом филиале Приднестровского госуниверситета по улице Бендерского восстания.